Вы чувствовали когда-нибудь боль, голод, холод, когда тебя выбрасывают, как ненужную вещь на улицу, в дождь или в снег? Что чувствуют они, животные, кошки и собаки? Для них это огромный стресс, когда любящий хозяин тебя любил, а потом выгнал на улицу. Уважаемые люди, если человек попадает в беду, у нас есть для этого много возможностей. У нас есть работа, родственники и другие возможности. А если животное попало в беду, у него, к сожалению, нет этой возможности. Давайте будем человечней и будем помогать братьям нашим меньшим. Я призываю вас к этому. Давайте поможем всем. Thank you.